привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Когда люди увидели мое видео «Не выбрасывайте вытянувшуюся рассаду», я, как показывала, я ее спасала, пикировала, теперь очень многие волнуются за ее судьбу и просят показать, все интересуются, как же теперь выглядит та безнадежно вытянувшаяся рассада, которую я забыла на шкафу. Вот сейчас я стала ее высаживать в теплицу, и я вам показываю, как выглядит эта рассада. Она выросла, исправилась. Ну, конечно, не вся, врать не буду. Вот некоторые, когда я при пикировке не смогла размотать, видите, они как были, вот белые ниточки были очень-очень тоненькие, они вот так лежа, я их как положила, они так и выросли. Но зато они растолстели, они покрылись вот этими дополнительными корнями, и сейчас при высадке будет очень хорошая рассада. Я вот уже высадила сегодня, вот с этой ячейки выкопала штраух. Вы увидите видео о нем. Вот райские яблочки. Вот видите, райские яблочки выкопала. Вся рассада прям толстенькая, хорошая. Ну, не, конечно, не вся, там некоторые погибли. Но дело в том, что из тех белых ниточек получилась отличная, вполне пригодная для высадки рассада. Вот взяла Милу. Отсюда же. Вот она, Мила, тоже вся с корешками. Она уже взрослая, хорошая. Вот так сейчас выглядит моя рассада, которая была белая, тонкая. Все с ней хорошо. Не расстраивайтесь, не волнуйтесь.